Алло, Екатерина, здравствуйте. Удобно сейчас поговорить? Смотрите, нам требуется менеджер в интернет-магазин с перспективой карьерного роста. Работа удаленная, можно совмещать с другой работой, декреты, пенсии или учебой. Берем без опыта, обучение мы вам предоставим. Работа у нас через интернет, поэтому населенный пункт значения не имеет. От кандидата требуется желание зарабатывать, ну и доступ в интернет. Доход будет зависеть от ваших результатов. Есть партнеры, которые зарабатывают у нас 20, 50, 100 тысяч рублей в месяц и более. Можно сотрудничать как самозанятый. Скажите, у вас был опыт покупок в интернет-магазине? Или, может быть, работали в этой сфере? Опыт покупок был, конечно, но в этой сфере не работала. Давайте расскажу, в чем вообще заключается наша работа. Ваша задача будет организовать товарооборот для компании. Это не личными продажами, а организацией партнерской потребительской сети на платформе интернет-магазина. От суммы товарооборота этой сети вы получаете в среднем 10%. Допустим, организовали товарооборот 200 тысяч, ваш доход 20 тысяч. Организовали 500, ваши 50. Это не ваш личный план, работаете группой менеджеров сообща. Доход у нас не разовый, а постоянный, то есть единожды организованная сеть будет приносить вам ежемесячный доход. Также за хорошо проделанную работу предусмотрены премии, бонусы от компании. План действий отлажен у нас до мелочей. Позже я расскажу, что конкретно нужно делать по шагам. А сейчас пару слов об ассортименте расскажу, что у нас в интернет-магазине есть. Сотрудничаем с известным европейским брендом, который уже полвека на мировом рынке, занимает лидирующие позиции в сфере прямых продаж. Речь идет о шведской компании Oriflame. Слышали про компанию? Были потребителем или работали с компанией? Потребителем. Покупали? Лет 25 назад. Вот как раз, да, где-то около 25 лет уже в России и 55 лет на международном рынке. А покупали по каталогам или регистрировались? Покупали по каталогам или регистрировались в компании? Регистрировалась, покупала по каталогам. Ну вот до недавнего времени компания распространяла продукцию только через консультантов по каталогам. Сейчас компания активно развивает интернет-направление. В интернет-магазине более 1500 наименований продукции. В основном это средства личной гигиены, мыло, гели для душа, зубной пасты, аксессуары, косметика, продукты здоровья, питания, которые раньше кто-то не делал. Тема с вами ежедневно пользуемся и ежемесячно покупаем. Вся продукция по рыночным ценам и с европейскими сертификатами качества. Что конкретно нужно делать? Сейчас, одну секунду. Нет, помогатор пришел. Как я уже говорила, наша задача – организовать партнерско-потребительскую сеть. Кто такие потребители, думаю, объяснять не нужно. Как правило, это те люди, которые раньше покупали по каталогам, теперь им удобнее покупать напрямую на сайте, так как после регистрации все пользователи получают дисконт 20% на весь ассортимент. А партнеры – это те люди, которые пользуются дисконтом, плюс еще и зарабатывают с командой вместе с нами. Не перебивает он меня, слышно? Сейчас, секунду. Игрушки вам включу. Давайте расскажу свой метод работы, как я работаю, так как я тоже нахожусь сейчас в декрете, дома сижу, поэтому у меня тоже вся работа удаленная. А я лично целенаправленно ищу партнеров, а не потребителей. И сейчас, в принципе, вы поймете, почему. Мой любимый способ поиска партнеров на сайте по трудоустройству. Здесь ежедневно от 5 до 9 тысяч новых резюме соискателей, то есть люди непосредственно работу ищут. Дефицитов кадров нет.
Выбираю 30-50 контактов, с которыми хотела бы работать, отправляю им первое сообщение, такое же, как вы получили. Но дальше с человеком или созваниваемся, или отправляю голосовое сообщение. Предложение эксклюзивное. Сейчас мало какая компания может предложить такой гибкий график работы и такой доход, как мы предлагаем. После этого те, кто готовы попробовать, регистрируют в команду и добавляют в чаты по обучению. После регистрации, как я уже сказала, человеку предоставляется дисконт 20% на все покупки и лично кабинет на официальном сайте компании для работы. Из тех, кто регистрируется, примерно 10% реально включаются в работу. А все остальные, где-то там 90%, это люди, которые, ну, просто становятся потребителями, потому что все получают дисконт 20%. Как говорит моя подруга, у которой уже приличный доход есть, говорит, у нас остаются умные и умные, и богатые. Умные – это просто кто экономит, получает 20% дисконт, получает шведское качество по выгодным ценам. А умные и богатые – это те, кто экономит и плюс еще и зарабатывает с нами. Вот, это один из способов работы, который я выбрала для себя, потому что мне комфортно им работать. На обучении будет еще несколько способов, которые можете выбрать вы для себя. А, так, что еще хотела вам сказать? Ну, в принципе, у меня все. Если есть какие-то вопросы, могу ответить. Ну, я приблизительно, в общем-то, поняла, что к чему. Ну, пожалуй, нет. Почему? Я сразу откажусь. Почему? Ну, потому что в свое время в Oriflame я очень разочаровалась. Это первое. Второе, поняла, что это все то же самое, только раньше это было по каталогам, сейчас это завязано на интернет. Ну, это раньше надо было подписать как можно больше людей. Также создать сеть. Как сейчас через интернет также создается своя сеть, я, в общем-то, поняла. Я думала, это что-то связано с наполнением контента, еще что-то. А мы примерно этим и занимаемся. Мы наполняем контент и вот таким образом с людьми контактируем. То есть раньше вживую, когда мы работали, ну, вернее, я не работала таким образом, но это было ограниченное количество. То есть мы через своих друзей, да, каждого своего друга пытались подписать. Здесь же в интернете просто... делаешь рассылку, я сейчас делаю рассылку 50 сообщений сразу, буквально за 5 минут. И, соответственно, те, кому это интересно, большинство, 99% слушают голосовые сообщения, то есть я не трачу свое время вообще. На созвон сейчас попросились вот вы и еще одна женщина через полчаса. Вот. И, соответственно, я даже не отрабатываю обычно возражения, если кто-то говорит, что у меня там времени нет или еще что-то, но нет, так нет, окей. Я просто регистрирую тех людей, которым интересно. Поэтому у нас очень сильно работа отличается от того, что было 25 лет назад. 25 лет назад всех просто тащили за рукав сюда. Сейчас работа намного проще. Ну, я изменю свое мнение, если что поменяется, у меня ваш контакт есть, я вам напишу. Да, пока я еще поищу стабильную работу. Спасибо вам большое. Хорошо, всего доброго, до свидания. До свидания.